малыши, карандаши. Вот. Друзья, ну сегодня же мы приехали, как обычно, вот в февраль месяц, в Старомихайловку. И сейчас обстановка накаляется. Почему? Потому что стянут очень большие силы. Не знаем, как разрешится это мирным путем или не разрешится, мы не знаем. Надеемся все-таки на мир, но все нам, как говорится, предупреждает о том, что возможна эскалация. И вот детки болели сильно и тому прочее. И мы, нам передали от группы «Русила» средства. И вот мы эти средства передаем маме. Вот 2500. Спасибо. Почему? Потому что детям надо на лекарства, детям надо вот малышки тоже на питание различное. Мука у них есть, масло есть еще. Ну, а вот в денежных средствах они нуждаются. Спасибо огромное, низкий вам поклон за все. Спасибо. Добрый большое. День, дорогие друзья. Сегодня мы приехали в Еленовку. И благодаря подписчикам и участникам группы «Русила» мы приехали вот в очередной раз, в февраль 2012-го. Выделили средства, чтобы мы закупили муку, масло. Ну, так как семья многодетная и буквально в 500 метрах находится Еленовский мелькомбинат, мука тут, к сожалению, не особо нужна, еще прошлое осталось. Поэтому детки болеют часто, сейчас карантин в школе и тому прочее. И семья именно она порядочная и тому прочее, не злоупотребляет спиртным, не тому прочее. Вообще не пьет, не курит Леночка. Так что благодаря вашей поддержке мы просто передаем ей деньги, потому что ей 2500 рублей необходимо больше, чтобы она сама знает, что нужно купить, потому что ребеночку нужно и питание, и памперсы, и все. Спасибо огромное, друзья. Спасибо вам большое за помощь.